На знаменитом курорте Трускавец вступила в строй в первую очередь санатория «Родина». Здесь будут проходить лечение ветераны Великой Отечественной войны и труда. Министерство социального обеспечения Украинской ССР позаботилось о том, чтобы ветеранам были созданы все необходимые условия для эффективного лечения и полноценного отдыха. Квалифицированный медицинский персонал применяет целый комплекс современных средств курортологии. Лечебные мероприятия в сочетании с активным отдыхом дают возможность быстро восстановить здоровье ветеранов войны и труда. С вводом в строй второй очереди санаторий «Родина» будет принимать ежегодно 7 тысяч человек.